Иваново-Вознесенская губерния готовится отпраздновать век. В пятницу состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий, посвященных столетию со дня образования Ивановской области. До ключевой даты осталось чуть больше года. 20 июня 1918 года Народный комиссариат внутренних дел вынес постановление о формировании Иваново-Вознесенской губернии из территорий, ранее входивших в состав Костромской и Владимирской областей. Для обеспечения смыслового единства цикла мероприятий мы предлагаем уже в текущем году, Павел Алексеевич, провести открытый областной конкурс на лучший логотип празднования столетнего юбилея области. Фестивали, конкурсы, выставки и ярмарки, научные конференции, туристические проекты. 2018 будет насыщен событиями. Губернатор поручил разработать эскизы знаков столетия, подумать над гимном Ивановской области. Если потребуется, объявить конкурс. Я допускаю, что в данном случае мы можем в честь столетия области принять закон и увеличить число наших областных наград локально. Нет, ну медаль само собой, но может быть мы в этот год, условно говоря, не двух почетных граждан, да, а скажем, пять почетных граждан присвоим. Главные мероприятия будут проведены в областном центре. Городской администрации уже сейчас предстоит обдумать, какие улицы и здания нужно привести в порядок в первую очередь. Не забыть о местах, где жил и работал первый губернатор Михаил Фрунзе. В рамках столетия считаем целесообразным, чтобы появились топонимы новые на территории города Иваново. И если недавно у нас появилась новая улица старшего лейтенанта Житкова в городе Иванове, предлагаем здесь, рядом с этой улицей, заложить новую аллею и потом ее юридически закрепить как столетие губернии. Также прорабатывается вопрос с застройщиками в местечке Авдотино, новый микрорайон, который здесь будет развиваться, придать ему название как губернский район. Старт торжественным мероприятием будет дан в феврале 2018 года. Главное праздничное событие запланировано на 20 июня. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.